Как слышно? Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня продолжение прохождения Half-Life 2, восьмая серия. В предыдущей серии мы закончили на том, что нам обещали выдать баги, на котором мы поедем по берегу, и он нам сказал, чтобы мы взяли аптечек и вот открыл вот эту комнату. Скорее всего, здесь в этой комнате находятся всякие там, как называются, хрен тут ничего не находится, то есть... Он хотел сказать, что мы должны взять все с полок и пойти отсюда. Или нет? А, ну вот, что-то есть здесь. Машина готова, здорово. Что, машина готова? Поехали. А пулемет есть, смотри. Shift, газ. Ёлки-палки, прям сверху что-то надавило на меня, я прям испугался даже. Так. Ну, пулеметчики. А в кого там пулеметики, если там нет никого? А, просто эти бегают, кузнечики. Да что же вы по кузнечикам стреляете, что же они его плохого сделали? Ну. Что делать нужно? Что, куда бежать? Магниты, док? Да ничего страшного, блин, вообще все хорошо. Ну. Такая ты, конечно, помощница вообще. Как это понимать вообще? То есть вы серьезно? Сваливайте, говорит, отсюда. А мне ХП потратили только что. И у меня 50 ХП осталось. Куда сваливать? Куда сваливать? Что нужно сделать? Куда нужно ехать для начала? Мне просто интересно. Ну просто реально интересно. В какую сторону? Так, наверное, не отсюда, да? То есть, наверное, вот в ту сторону все-таки. Ой-ой-ой-ой! Блин, мотать ее носит. Ее прям реально носит во все стороны. Наверное, сюда я еду. Я пока не знаю. Так, не сюда. Или сюда. Да здесь за мной никто не гонится. Вот тут, скорее всего, есть что подобрать. А если здесь есть что подобрать, то мы будем это подбирать. Нам следопыт 9 из 45, по-моему, было написано. Даже следопыт. Костюм с 15, здоровье соточка, нормально все, то есть хорошо у нас. Ага, давай еще в бочку врежемся. Нам туда хоть нужен-то вообще? Я просто, например, не понимаю, куда мне нужно на самом деле. Я теряюсь, я потерялся. То есть я привык к играм, знаешь, в которых... Ни хрена себе, на полных скоростях ворвался. Я привык к играм, в которых все написано, куда ехать нужно. А здесь сам догадывайся, куда тебе нужно. Тихо! Да хорош, ну. Машина такая непослушная, что трындец просто. Не представляешь, как она себя ведет. Двоих кузнечиков убил. Там еще был. Давай выйдем. О, блин, здорово. Че это такое? А цель-то у меня какая вообще? Моего визита вот здесь вот вообще. Вот, то есть, я зачем сюда приехал? Ха-ха! За жопу кусают, блин. Кузнечики. Здорово! Не хочу! Не буду! Все. Не трогайте меня, кузнечики. Хотя, блин, они противные, сука.
куда я еду? Куда я сейчас еду? Да конечно, блин, придумал тоже. Для начала давайте определимся, куда нам нужно. Я не могу, не знаю, то есть даже задание нажать нельзя никакое, то есть... Ага, вот так. Ну, наверное, сюда. То есть, чисто по предположениям, мы едем куда-то туда, куда нам нужно. А так, хрен его не знает. Туда мы едем, не туда мы едем. Мы в какую-то конечную точку же ведь едем, правильно? То есть, вот. Наверное, все вот эти башни нужно деактивировать, что ли, или как. Не знаю, это ли цель игры, цель задания, но мы будем заниматься именно этим. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сейчас мы под воду уйдем просто. Здорово. Приехали. Вон башенка, еще одна. Мы будем ориентироваться по башенкам и ехать ровно к башенкам. Здорово, дружище. Ты отстреливайся пока. А почему нельзя вот в эту хрень сесть? Ни хрена у вас тут много-то, эй! Я поехал. Я не хочу с вами больше видеться и не хочу больше с вами встречаться. Фу, блин, кинь противный. Прям аж... Да. Не могу прям. Ты дур, конечно. Ну зачем ты так делаешь? Блин. Больше у меня вопросов? Легкий ранен, у меня 21 хп остался. Да легкий ранен. Я знаю, что мне требуется медпомощь. Квалифицированная, пожелательно. Поехали. Не дури. Я за него. Сейчас не время для прогулок. Да пошел ты. Альянс уже близко. Что я сейчас подбираю вообще? Быстрее в подвал. Да ты уйди. Мы ожидаем штурмовики с минуты на минуту. Полковник Кабич. Мы ожидаем штурмовики. Добрался. Не штурмовиков. Где подвал-то? Дурень. Показывай подвал. Вот этот подвал. Я в подвале. И что? Управляемая ракетная установка. Лучший способ сбить штурмовик. А, привет. А, штурмовики это, скорее так, всего, не которые бегают, а которые летают. Лазерное наведение позволяет ракете обойти защиту штурмовика так, чтобы ее не смогли сбить. Ты сначала понял, нет? Это его только разозлит. Но если вам удастся не только выжить, но и несколько раз попасть, можно считать, что жизнь прожита не зря. Конечно, ты такой оптимист вообще. Кто счастливчик, который будет с ней воевать? Я. Я. Да, Гордон Фримен. Я не мечтал о лучшем добровольце. Давай. Полковник Одесса. Я пошел стрелять. К вашим услугам. Бежим. Что-нибудь здесь полезное еще есть? Да в смысле? Что она улетает-то не туда все время? Ребят, я попасть пытаюсь, а она не попадает. Надо поближе подойти. Хуёво я поближе подожал, конечно. Патроны кончились. Вот так будет даже, блин. Логичнее стрелять. Где этот дурачок, который мне даст под... Патроны. Мне объясните, пожалуйста, как с ней стрелять. Потому что я не понимаю немножко. Где она? Патронов.
Патронов дай. Дура. Дай патроны. Возьми патронов. Спасибо. Стой! Может, я что делал не так? Нет! Фриман, патроны! Еще дай. Еще дай. Почему он улетает? Фриман, патроны! Да он просто мимо пролетел. Дай патрон. Мать, вы, конечно, помощнички. Патроны нигде не теперь брать. Бесконечные в этом. В конце концов. Проведи еще раз этот ликбез, пожалуйста. Я что-то ничего не понимаю, как мне стрелять с этой хиромантии. Так. Загрузить игру. Да, вот это вот. Управляемая ракетная установка. Лучший способ сбить штурмовик. А, привет. Я сейчас подойду. Так, о чем я? А, да. Лазерное наведение позволяет ракете обойти защиту штурмовика так, чтобы ее не смогли сбить. Сначала это его только разозлит. Но если вам удастся не только выжить, но и несколько раз попасть, можно считать, жизнь прожита не зря. Ну, и кто тот счастливчик, который будет с ней воевать? Я. Ах да, Гордон Фримен. Я не мечтал о лучшем добровольце. Ну, типа, ты ко мне не подойдешь, я должен к тебе сам подойти. Полковник Одесса Кабич, к вашим услугам. Давай. Объясни, как с ней стрелять, пожалуйста. Проклятие. Дайте мне только предупредить точку маяка, и я помогу. Вперед. Чем ты поможешь? Покажите тому штурмовику, где раки и зимой. Я в него попасть не могу. Не забывайте про лазерное наведение. Нужно провести ракету сквозь его защиту. То есть... Вот отсюда вообще грех промазать. Да он просто на мимо пролетел. Зачем она улетает, хрен куда поймешь вообще? Осторожно, говорит. Я пошел, я ухожу. Я попал уже один раз, жизнь прожита не зря, уже там сказали. Так, я все слышал. Ты дурак, что ли, тут там стреляют? Да, блин, зашибись! Возьми аптечку! Возьми патронов! Возьми аптечку, возьми патронов. Я просто хочу жить. Я просто хочу жить, попасть. Я один раз попал. Как попал, не понял ничего. Дайте аптечку и патронов. Сейчас он прилетит сюда поближе. Не аптечки, не патронов, дай патронов и аптечку. Я перезаряжу, прикрой меня. Дурн ты. Патроны. Ёб твою мать, вы ничего же не делаете, зачем вы стреляете вообще? Просто в лоб полетело. То есть ты считаешь, что... Эй! Дебилы. Патрон дай. Спасибо. Ты хоть дал мне патрон. Помощнички из вас, конечно, такие, блин. Возьми
Возьми аптечку. Вот спасибо, вот удружил прям, вот вообще кошмар. Осторожно, Фриман! Не, я-то осторожный. Попал. Возьми аптечку. Патронов дай мне. Патронов. Патронов дай. Полон, говорит. Ничего себе. Аптечку. Вот патроны. Ой, еще аптечку дай, пожалуйста. Я полудохлый. Возьми аптечку. Возьми аптечку, скажи. Спасибо, что сказал. Убили почти. Да он же почти мертвый на самом-то деле, ну. Я в него попал? Спасибо большое, я за ней как раз и пришел сюда. Потому что от нас хрен дождешься. Вы там все ходите, смотрите, стреляете зачем-то в него из автомата. Вы зачем за мной ходите? Это я просто хожу. Возьми аптечку. Три патронов. Второй раз вот сюда сейчас стрельну. Не судьба. Зачем она мимо его пролетает? Неужели? Неужели я его убил? Ёб твою мать. Спасибо тебе большое. Где не справится даже Кэббидж? Полковник, надо вот это вот, да? Полковник. Полковник. Половник, блин, играть не умеет ни хрена. Я вот всех вас сейчас научу, ёлки-палки. Чё, ребят, поздравляю вас с победой. Прикольная штукенция, на самом деле. Да, вот так вот. Дельфина убили. Офигенный, кстати, дельфинчик был. Удачи в Новопроспект, доктор Фриман. Ни хрена себе, вы со мной уже попрощались? Вперед, доктор Фриман. Мы знаем, Элай Ванс полагается на вас. Ну так вот, я вас заскриню сейчас всех. Чтобы вы, так сказать, на превьюшку пошли. Самые главные герои этого... Ну, вот и все. Этой серии. Че вот и все, повернись сюда, я хочу тебя... Я был раздолен с тем, что ромиком доктор Фриман. Вы заслужили свою репутацию, сэр. Я знаю. Я позову кого-нибудь открыть ворота, чтобы вы проехали без задержки. Я знаю, доктору Венсу сейчас нужна помощь. Будьте очень осторожны, приближаясь к мосту. Судя по молчанию того поста в эфире, он перешел по контролю Альянса. Да... И все же, вы определенно подходите для этой миссии. Уж я знаю, кто, я а уж... вы прорветесь. Удачи. Прорвусь, естественно. И передайте доктору Венсу, что полковник Кэббидж сожалеет, что не можно спасти его лично. Полковник Кэббидж сожалеет. Хорошо. Фримен должен поспешить. Илая Венса держат в тяжкой неволе. О, ну ты даешь. Есть ли повод для задержки? Я погнал. Куда бежать, только я не понял ни хрена. Мне нужно взять автомобиль свой, да? Опа, не, подожди. Автомобиль мы потом возьмем. Есть тут что-нибудь? У меня просто здоровье хрен до них... Опа, ракетница. То есть у меня... А, у меня осталась ракетница. Зашибись, конечно. Это зашибись. То, что у меня ракетница осталась, это очень здорово. Я сейчас ее под... О, туда, наверное, можно сходить и взять что-нибудь интересное. Да... Нах, мне это магнитола здесь нужно. Все. Ты чё здесь ходишь? Да уйди ты! Прикольно.
пока это все. Спасибо. Я за этим, в принципе, сюда и приходил. Вообще теперь все отлично. У меня есть теперь здоровье, немножечко костюма и патроны для этой... Как ее называют? Для ракетницы. И вообще все отлично. Да, классно все получается. Можно? Счастливого пути. Давай, счастливо. Я сам должен их открыть, что ли? Я не пойму, что вы тут устраиваете. Самое интересное то, что никто не захотел мне помочь в моем нелегком деле и поехать со мной. Вот. А остальное, в принципе, меня как бы не смущает вообще. То есть ты приезжаешь к ним, помогаешь. Помогаешь во всем им. И после этого максимум, что они тебе могут сказать, это... Счастливого пути тебе. Ну, опять эти кузнечики, ну. Где он есть? О-о-о-о-о. Такие вы, конечно, молодцы, ребят. Костюм соточка. Заряжен просто на все 100. Опа, здорово. А чё это я взял? Непонятно. Ну ладно, погнали. Погнали дальше. У нас цель простая. Мы должны ехать куда-то. Куда ехать? Хрен его, бросы. Под воду. Зашибись. Приехали. Я думаю, что мне нужно было все-таки туда ехать, но я еду. Тихо! Ну, зашибись, ребята, ну... Такие вы, конечно, помощнички просто вообще. Таких друзей за это в музей, нахуй, просто вот. То есть из всех противников, которые сейчас есть, вы выбрали именно меня. То есть вас больше ни хрена не смущает, да? Что огромные кузнечики здесь бегают. Что там... Да... Ну хорош, у меня лук пасеки. А я не понял. А я запустил, да, сейчас это все дело-то? А зачем? Я ж наоборот отключал их везде. Или не наоборот, надо было их все запустить. Я просто как бы не понимаю, что мне нужно. Опа. А, это дорога. Это ж, блин, для парковки кораблей. Ёлки-палки, чё ж я туплю-то? Нахрена я сюда поехал вообще? Я просто не понимаю, что мне нужно сделать с этими башнями. Я просто еду по этим башням и их отключаю. Как бы предыдущие работали, вот это не работало, и она меня ввела в заблуждение. Так, я так предполагаю, что я еду уже далеко слишком, потому что, ну, здесь дороги-то уже нету. Поэтому погнали отсюда. Управление, конечно, здесь лютое на этой машине. Я предполагаю, что мне нужно... Ребята, помогайте, чё вы, бежали сам. То есть ты вот так вот мне можешь, да, только сказать? А ничего, что я вам помогаю вообще-то? Ты дурак, что ли? Не, ну реально дурачки, просто дурачки. Я пока выберу тут.
С вашего же пулемета стреляю, да, ребят? Сами не отдали его. Я башенки эти отключаю. Я не знаю, делаю ли я верно все. Возможно, делаю верно, возможно, делаю неверно, но... Просто как бы... Блин, а что с ними еще можно сделать, с этими башенками? Они просто есть и все. Ой. Ой. В смысле? Что здесь можно взять такое? Так, можно еще? Прикольно. А зачем я ее схватил? Крутота. Зачем я сюда залез, непонятно. Лови гранаточку. Ой. Я, в принципе, говорю, я не очень понимаю, куда мне нужно бежать. Я высаживаю по целой обойме противников, хотя, в принципе, в них не нужно очень стрелять, так как они сами себя убьют, если хотят сильно очень. Так, вот это что у нас такое? Опа, о, патрончики. А, вот. Блин, наверное, надо было вот эту вот... Да, наверное, надо было вот эту вот ерунду... Стой! А... Тихо. Наверное, ее нужно, блин, этим краном подвинуть. Я понял, да. Погнали. Погнали краном. Двигать будем эту ерунду. Почему она опять в исходном положении? Обсекан поднять, кран поднять или бросить объект. Маус один. А где мне маус один? Поднять кран влево-вправо, влево-вправо, понял. Такс. Ну, что такое-то? Я только что сломал игру. Типично. Просто сломал игру. Блин. Давайте мы просто вот сделаем то, что от нас хочет игра. Я просто на самом деле не очень понимаю, что она хочет от нас. Но почему? Почему она не подбирает ее? Ну... Что я еще могу здесь подобрать? Ничего. Прямо от слова совсем. О. А теперь в другую сторону. Ой-ой-ой. Ой, он сейчас меня махнет. Зашибись, я, конечно, бросил, блин. Машки фантазии нет. Неужели? Фух, блин. Сил моих нет. Вообще сложно, как все управляется, а. Представь вот работать на таком кране. Это же вообще трындец, такая махина, блин. Ты вообще не понимаешь, что куда сувать. Какой тут собака живучий-то? Прикинь, ты вот сидишь за блин, тремя рукоятками дергаешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что такое делаешь-то?
вот, тремя рукоятками дергаешь, такой махину перемещаешь, блин, это ж так тяжело. Это на самом деле, наверное, так тяжело, что... Я вон в игре попробовал, мне не очень не понравилось, потому что это очень сложно. А здесь, ну, в жизни это вообще штрындец. Это, скорее всего, так тяжело, что прям вообще сил нет, как тяжело. Я что-то запустил? А, ворота я запустил. И что мне с ними делать теперь, с этими воротами? Дальше что с этими воротами? А, я иначе не мог туда попасть. У тебя дырка в голове, дурак. Я ему голову продырявил, а он все стоит и стоит на меня смотрит. Еще и стрелять умудряется в меня. А почему в другую сторону не открывается? А, ладно. Здесь, я так понимаю, мы поедем сейчас на баги. Как раз таки мы сейчас здесь поедем на баги. Вот. И я предполагаю, что... Да, вот она, дорога у нас получается. Такс. А как нам баги сюда запустить? Интересно мне знать. Я не могу предполагать, как сюда можно заехать на баги. Баги нужно, блин, знаете, ворота открыть. Стой! А можно вон туда попасть? Наверняка же можно. Это же ведь не для дураков придумано. Для дураков, блин, придумано. Для дураков объясняли, что нужно просто поставить коробку. Зачем толкать ее? Сейчас мы попробуем туда залезть. Сейчас мы просто вот недолго прям совсем. Просто хочу попробовать туда залезть. Блин. Поставь ее вот сюда. Нам вот этого хватит, я думаю. За глаза. Да что ж такое-то? Да, блин, он будет прыгать сегодня, нет? Нет, подожди. Это так не должно работать. Так не должно работать от слова совсем. Поставим вот сюда. Мы туда попадем. Мы туда попадем? Нет, не без боя, конечно, но мы туда попадем. Поставь, пожалуйста, ее. Нельзя ее крутить. Что-то отскакиваешь-то постоянно, ну. Я просто пытаюсь понять, что я делаю не так. А, туда просто нельзя залезть, я понял. Все-таки... Зря я потратил эти 3 минуты жизни. Ладно, поехали. А, я вижу, как сюда можно попасть. В принципе, вот. Пустишь меня, нет, сегодня? Игра вообще не хочет со мной дружить. Блин, а как мне сюда-то баги поднять? А, баги можно сюда поднять с помощью крана, опять же, того же самого. Вот. Блин, сейчас попробуем. Попробуем вот так сразу, ничего не меняя, просто попробуем. Ай, сложно-то как, ёб твою налево, ну что ж такое-то, ну. Полезли, залезем. Хватило же ж. Сейчас что было не так? Неужели? Там, он же, ты сам видел, да, что она должна была схватить?
Просто я больше ничего не хочу делать, я просто хочу выйти и поехать домой, хотел сказать. И поехать дальше на этом баге, ну, по игровому заданию. Потому что, ну, блин, это надоело уже, на самом деле, этим краном управлять. Сейчас не упасть бы, блин, было бы вообще отлично. Да в смысле, блядь? Ну что ж такое-то? Ну, имей ты совесть, игра. Полчаса ебешься, блин, а потом еще с этим делом проблемы показываются. Может, это не так делается просто? Может, я дурак что-то или делаю что-то не так? Ну, просто на самом деле, блин, ну смогли пошире чуть-чуть сантиметр сделать, чтобы, блин, колеса задние не задевались. Имейте вы совесть. Поехали. Потому что серия уже идет 35 минут, а я еще ничего не сделал. 30 км в час здесь можно ехать. Очень долгая серия получилась у нас. Ну, опять он. Погнали. Но он меня на самом деле еще ни разу не попал, поэтому... Попал. Поэтому... Пиздец какой-то, просто серьезно. Но я иначе просто это даже назвать не могу. Просто как бы... Ты едешь... Ты ездишь, все вроде как бы хорошо. Потом оказывается, что херак его и заносит, блин, в эту... В сторону просто. Я думаю, это что-то полезное. У меня не прилипло ни одного. Это магниты, это мячик, типа, которым мы играли. Своему же под ноги, правда, он мертвый уже был, конечно, но от этого не меняет. Зачем он кидает гранату, блин, меня? Стоит передо мной и кидает мне гранату. Вам мало того, что я... Опа! Стой! Блин, непослушная машина очень. Вот крайне непослушная машина. Она себя ведет вообще очень непредсказуемо. Ты нажимаешь на shift, а она смотри, смотри на shift, что будет. Ничего не будет. А если вот так? Вообще ничего не делаю, просто он газует. Разок нажим. Эх, она себе тут кого-то размазала. А что я здесь должен сделать? Тоже растолкать всех и поехать? Один раз хватает нажать на shift, чтобы он полетел вперед, хрен знает с какой скоростью. Это у нас что? Откуда стреляют? Тревога один. Блять, вообще меткий. А, ёп! Чё-то я сейчас не понял, что взорвалось. Я где, откуда, как, от кого? Всем, под контролем,
только его перестреляет, что ли, что он делает? Ты чё дерёшься-то? Дробовик не должен быть эффективен. У нас пульчик и сидит там такой вообще в ус не трубит. Внезапно я пришел. Конечно, он будет недоволен. И будет в меня стрелять. Еще бы. Он был доволен. Чё там, нет? Чё? Нету там ничего. Тесла. Новая модель. Ничего себе, здесь заправочки хорошие какие. Ну, я просто как бы не знаю, что здесь можно взять, что здесь можно... Так. Блин, током бьются собаки такие. Здесь нужно идти вон туда, вон туда, вон туда, вон туда. Так это реально Тесла. И что? Что здесь... Загадки тут такие решать, конечно, нужно. Нужно линии электропередачи повалить. А, не повалить, он просто погаснет. Очень далеко, чтобы они здесь больше не появлялись. Здесь больше ничего не открывается. Здесь где-то я там брал аптечку только что. Ну ладно. Погнали, значит, мы с вами. Давайте мы на этом закончим просто, потому что очень долгая серия получилась, и как бы в следующей серии мы отправимся вперед вот этой вот дорожке. А на этом давайте мы закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых сериях, ребят. Всем пока.